В соответствии с решением комиссии по безопасности дорожного движения на плотине и мостовом переходе введены ограничения и установлены новые знаки. Ограничения касаются нагрузки на ось, сейчас разрешено не более 10 тонн на ось, а также движение непосредственно по мостовому переходу, значит, скорость не выше 20 км в час. Установлены знаки, установлены искусственные неровности, поэтому просьба к нашим горожанам быть внимательными на дороге и аккуратными. Многофункциональный центр оказывает услуги для десногорцев по получению разрешений на строительство объектов капитального строительства и ввод их в эксплуатацию. В школах города уже начались занятия. На каникулах педагоги Десногорска приняли участие в семинаре концерна «Росэнергоатом», который проходил в Нижнем Новгороде. А победители проекта «Слава Созидателям» отправились в Москву за долгожданными подарками. Уровень безработицы в Десногорске на данный момент составляет 0,73%. До Нового года он вырастет из-за сокращения 137 человек с предприятий города. Рост острыми респираторными заболеваниями среди горожан невелик. Случаев обращения с диагнозом грипп в медсанчасти не зафиксировано.